Необычная находка ждала сотрудников спецслужб Молдавии. В селе Варница, в сарае у крестьянина они нашли танк. На этих кадрах его, правда, с трудом можно разглядеть. Повсюду ненужные вещи, стройматериалы. Как выяснилось, боевая машина не на ходу, стоит в разобранном виде. Специалисты предполагают, что Т-54 стоял на вооружении еще советской армии. Как он попал в сарай, для чего его хранили? Эти вопросы правоохранители задавали хозяевам. Это 60-летний мужчина и его 36-летний сын. Те вразумительного ответа не дали, путались в показаниях. Теперь боевую машину отправят на экспертизу.